Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и начинаем нашу серию с помощи друзьям. Так, Элата Тюрек 7, Тестликс, Даниил, Никита, Ванёк и Саша Котя 123, в общем-то, да. Этим людям мы помогли, так что не забывайте помогать. Если вы есть в комментариях, можете поставить под этим видео свой комментарий. Так, у нас сейчас, ребятки, началась новая акция. Сейчас мы к ней вернемся. Сегодня... Какой день? Сегодня у меня среда, у вас уже четверг, да. И это у нас любовное зелье, да. То есть это у нас акция ко дню всех влюбленных. Как в Jurassic World Alive у нас тоже такие сердечки собирать, да. Вместо supply дропов такие вот сердечки. Пару часов идет акция. Я вот только вот сейчас перед записью этого видео сюда зашел. Мне нужно что-то покормить дракончиков, поймать существ. Золото собралось практически молниеносно, да. Но подарков что-то вот летает как-то маловато. Прошло же уже несколько часов, да, 5 часов, наверное, прошло, я так понимаю, 5 дней было всего лишь на эту акцию, но вот что-то их как-то мало летает. Наверное, мы не успеем, да, еще 20 подарков, они как-то так медленно очень появляются. Мы их вряд ли успеем насобирать. У нас идет еще и клановое событие, ребятки, в заданиях клана. Ну вот, у меня сейчас пока что не хватает свободных баллов, да. Давайте зайдем в осаду. Я тут заходил, мы проигрывали. Это позор в таком-то событии проигрывать. Обычно мы всегда выигрывали в таких мероприятиях. Так. Ну да, уже отрыв уже двукратный стал. Это капец. Я заходил, вначале была там разница небольшая, а сейчас уже двукратный, да и в. Ну, как бы маловато, мало мы насобирали. Это печально. Это печально, ребята. Да, сколько клан чистишь, а как будто бы одни ленивые приходят на замен другим ленивым. Вот такие вот дела. Так, кутер. Ух, прикольно выглядит дракончик кутер. Надо сделать себе скриншотик. Так, так, что еще нам нужно? Нам нужно. Еще, во, я здесь как раз в подземелье был, нужно было завоевывать очки для кланового события, и осталось нам пройти еще здесь два боя. Так, вот здесь наша рысь, которая защитит всех. И осень, прокачанная наша осень уже, 51 уровня. Рысь задачу свою выполнила. Теперь и факел, давай добей всех с одного удара. Эх, нет, обидно, досадно. И вот и все. Так, и последний бой. Кстати, какой у нас там главный приз, не посмотрел, что можно выиграть. Ледяной камень, штука прикольная. Рысь у нас как громоотвод принимает на себя удары все. А факел праведным светом и огнем уничтожает всех противников. По приказу императора, как в Вархаммере. Правителя всей земли. Так, тили-тили, не знаю, давайте средний откроем. Ну так, миллиончик, ну в принципе нормальная награда. Средняя, небольшая и не маленькая, ничего толкового нам здесь и не светило. Дракон-робот у нас, да? Сейчас в акции. Так, нам чуть-чуть не хватает, чтобы дракона-робота получить. Кстати, да, это практически последнее, что нас тут интересует. Ну, амулеты, вот эти пьедесталы как-то неинтересно. А чародей у нас, в принципе, то же самое, что и монах. Только разная основная стихия.
67, а тут 67. Ну, по стихиям, да. Все одинаково. Так, отсюда давайте мы будем выходить. И у нас задание — это колдовские битвы. Так. Опять же у нас... Ух ты, прикольно. Только мне кажется, вот этот противник у нас будет занят. Чё-то мне вот так кажется. Нет? Ух ты. Забавно, очень слабенький противник нам попался. Это у нас какой-то лепрекон был с сундуком. Дракон-лепрекон. Минус 24. Вообще такого, наверное, не помню, чтобы мне попадалось. Настолько слабый противник, что за проигрыш у нас бы забрали 24 очка. Ну, это нам на руку. Нам нужно 3 битвы. Вот одна уже в кармане. Снежная королева. Играли мы с таким вот милым котиком. Брошкой котика. Код дружбы 5B0F59. Кто записал, тот молодец. Ау, нам еще и на следующий сундук дадут награду. Это не то взял. Так, а здесь, это у меня закончились противоядия. Печально, печально. Так. 85% здоровья теряет мгновенно. А так 60. Ну, пусть будет эта штука. И давайте искать противника. Вот, это нам подходит. Надеюсь. Я все правильно выбрал? 25, 40, 40, 40. Нет, неправильно выбрал. Short Pudry. Из-за отсутствия картинок не очень прикольно выбирать. Вот, кто у нас должен быть. Так, ну погнали. Вот это самое обидное, да? Пару пикселей жизни осталось. Так, 51. Но на все звезды. Довольно больно. 50-й, так справимся. Блин. Ощутимо, ощутимо. Принц у нас забрал жизни. Ладно, давайте щит поставим. Не хочется умирать раньше времени, и нужно беречь наше последнее заклинание. Шевалье. И 43-й. Ну, все нормально. Шоколадный кролик, или как там этого дракончика звали? И боевой сундучок, отлично. Ну, ничего толкового не попалось. Так, нам нужно найти всего лишь каких-то там 7 очков. У нас есть Миха, давайте посмотрим, кто нам тут попадется в противнике. 51 на все звезды, в принципе, думаю, справимся. Это самый сильный противник. Так, 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 так. Ну, погнали. Если что, у нас есть еще Трабл. Так, они хотя, если они здесь все будут такого уровня, то это будет неприкольно. Нифига себе! Офигеть! Я практически вообще никак не пробивал. Это нам тут хана, я так понял. Да, он сейчас нас убьет. Жесть какой-то противник был. Он же был всего-то уровень, фигня был. Как так получилось? Вот это тоже, смотрите, непробиваемый. Ё-моё. Да, конечно, звездочки. Звездочки — это сила. Так, не, ну тут нам хана. Да.
Хорошо, что... Черт подери, мы 1000 не наберем. Трабл. Так, этого же противника, давайте пойдем обидим этого же противника. Да, ё-моё, больше 30% жизни. Сейчас... А, это другой противник. Блин, я-то думал матч-реванш взять. Готово. Готово. Ну и давай вот так. О, дракон джунглей повержен. Задание клана выполнено. Да, 1000 мы не набрали. Из-за нашего проигрыша это было неприкольно. Так, давайте сейчас проверим. Ну да, 30, конечно, не наловим мы. Но нам нужно кого-то покормить. Кого мы будем кормить? Так, у меня здесь кто-то есть? Нет, никого нет. Тогда делаем по классике жанра. Что нам нужно сделать? Нам нужно взять самого дешевого дракончика, который выращивается за 30 секунд, и его покормить. Попутно собираем жетончики. Так, у нас уже готов Хронос. Но по пустякам его не будем использовать. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 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 давай. Так, здесь давайте задание мы это выполнили. Критический удар. Не люблю я такие задания. Так, и вот. Готов. Похоже на яйцо чужого, кстати. Очень даже. Так, ну, кормим. Блин, и лимит уже закончился у нас. Ну, ладно, придется немножко подождать. Итого, вот, вот так вот, в общем-то. Ну, через полчасика, да, я это задание выполню. Хотя... Так, до 7 уровня, 68 атака. Ну, не, неплохо. Хотя не, мало. 72, да, по-моему, эпика бывает. Ну, тут вообще-то ради чего напрягаться. Ради 25 кристаллов это самое ценное, что здесь есть. Не знаю, посмотрим, дойдем мы туда, либо нет. Рубинов у меня было целый миллиард. Я их уже продал немеренное количество. Так, давайте посмотрим. Никакой мне тут новый дракон не завалялся. Вроде как нет, но нужно поставить на выседку дракона Хрю-Хрю. Где ты, мой новый дракончик? Вот, дракон-свинка. Ну, у меня еще есть дракон-дзянь. Ух ты. Есть русалка. Ё-моё. Ладно, давайте будем свинку выращивать. Это займет один день, 4 часа. Да. Ну, вот такие вот, в общем-то, дела у нас, ребяточки. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики. До следующего видосика. Всем пока.